земле родился еще один человек. Родился человек, и, приветствуя первый день его жизни, у нас в Чечено-Ингушетии говорят: «Дук вах, живи долго». В горах родился небольшой поток, окреп, превратился в небольшой ручей, горную речушку, чтобы там, где-то далеко внизу, разлиться могучей полноводной рекой. Но, глядя на ручей, подчас трудно увидеть могучую реку, так же, как, глядя на младенца, трудно угадать будущего человека. И все же у нас в горах редко какой ручей не становится рекой. Заур едва научился ходить, когда большой отец в первый раз взял его в эту долгую дорогу к своему кувшину. С тех пор они каждый день приходят сюда. Сейчас Зауру 6 лет, большому отцу 102. Но Заур ни разу не спросил его, зачем? Зачем каждый день наполнять водой и тащить наверх к дороге тяжелый кувшин, даже не зная, будут или не будут пить из него? Наверное, он так никогда и не спросит об этом, потому что все свои 6 лет Заур все-таки прожил в горах. Много ли нужно времени, чтобы вот таким способом наполнить кувшин? Много. Это хорошо знает и большой отец, и Заур, и все же каждый день, наблюдая эту нехитрую процедуру, Заур все больше и больше убеждается. Знает его прадед о кувшине что-то такое, чего не знает он, Заур, его праправнук. Может, через много лет, в трудную минуту жизни, вспомнится Зауру крутая горная тропа, столетний старик, несущий тяжелый кувшин с водой, вспомнится ему прапрадед, который никогда так и не слышал слов благодарности за свой добровольный труд. Если доведется вам побывать в Чечено-Ингушетии, то на перекрестках горных дорог вы не один раз встретитесь с подобными кувшинами. Воскресным днем или в праздник подобную картину. По-чеченски это белхи, что соответствует по сегодняшним понятиям субботнику.
издавна в горах дом новой семье строили всем миром. И был этот день веселым и праздничным. У старейшин свой субботник. Так уж повелось с давних времен, что и мосты, и дороги всегда были заботой старших. Потому-то у нас в горах никого и не удивляет вроде бы неуместная нарядность молодых строителей, так же, как и почтенный возраст своеобразной ремонтной бригады. Здесь самому младшему далеко за 90, самому старшему давно минуло 100 лет. Сегодня, пожалуй, уж нет такой практической необходимости собирать на стройку все селение. Теперь Белхи – дань укоренившейся доброй традиции. Отсюда и музыка, и праздничные одежды добровольных строителей. И хотя, как раньше, объявляет и руководит работой самый уважаемый старший, сегодня Белхи – уже чисто молодежный день. В том, что пожилой возраст, понятие весьма и весьма относительное, еще раз убеждаешься, глядя на общую работу и на общий танец. Им всегда завершаются белхи. Долгожители нашего края и хранители традиций, и терпеливые, и активные современники молодежи. Из поколения в поколение передается искусство мастериц-ковровщиц. И так же, как старинные мотивы и орнаменты вплетаются в узор современного ковра, так и в жизни Чечены и Ингушетии лучшие традиции прошлого вниманием и заботой старших находят свое достойное место в сегодняшнем дне. Thank you.
Castle did for 2 dollars. How much of the home I did go? So say much of the did get on the dinner. Знание точного возраста долгожителя – важное условие науки геронтологии. Подчас ученому бывает очень трудно установить, сколько лет жили отец, мать, дед, прадед. Ведь в те далекие времена не было ни паспортов, ни ЗАГСов, ни вообще каких-либо записей. Впрочем, записи все же были. На семейном Коране, на могильных камнях, но сегодня редко где сохранились семейные Кораны, а на могильных камнях отмечалась лишь дата смерти. Необходим долгий и тщательный анализ, прежде чем исследователь получит ясную картину, которая позволит проследить общую тенденцию к долгожительству той или иной семьи, позволит сделать еще один шаг на пути раскрытия тайн долгожительства. В памяти этих седобородых пациентов районной поликлиники еще то время, когда отсутствовали вообще даже сами понятия «врач», «больница», «медицина». Правда, давно признав силу медицины, долгожители все же редко приходят сюда сами. В большинстве случаев они отличаются завидным здоровьем. Прожив 104 года, впервые обратилась за медицинской помощью на Шхун Пагасян. 6 лет тому назад ей была сделана сложная операция, а сегодня бабушка на Шхун пришла проверить зрение. Что-то видеть стало хуже. А этот пациент пришел прямо из парной бани. «Послушай, дорогой доктор, не вредно ли мне париться? А то теперь так много вредного обнаружили. Может, и баня стала вредной?» Лет 80 тому назад
был перелом бедра у Магомеда Чахкиева. Теперь, если долго ходит по горам, нога начинает немного болеть. С тем и пришел к доктору. В поликлинике встретился нам и Бауди Хасимиков, большой отец маленького Заура. И хотя у него тоже нет особых жалоб на здоровье, Бауди уважил просьбу доктора и пришел на очередную проверку. Пройдет время, и Заур поймет сам, что так же, как этот кувшин, жизнь человека наполняется добрыми делами, чтобы потом, даже в пору своего заката, быть нужной людям. Если вам когда-либо придется побывать в горах, обратите внимание, каждый пожилой горец всегда занят каким-нибудь делом. Само собой разумеется, хлеб можно купить в магазине, мед и дрова выписать в колхозе. И все же, что может быть вкуснее кукурузного чурека из муки собственного помола? Что может быть ароматнее меда, собранного своими руками? А разве дрова, купленные на складе, будут гореть, как эти? Потому-то и живут в горах старые водяные мельницы, маленькие пасеки и много других, казалось бы, отживших ремесел, занятий и технологических процессов. Это полустершиеся знаки прошлого.
прошлое, сколько бы ни доводилось слушать рассказы долгожителей о былом, все же подчас трудно представить, что так можно было жить. Но ведь так жили и совсем недавно, всего 50 лет назад. Революция принесла то, о чем мечтали многие поколения горцев. И приветствуя ее победу, съезд старейшин Чечено-Ингушетии навсегда провозгласил власть народа, власть советов. Власть народа. И вот пришли в горы первые школы, больницы, начались невиданные в истории народа преобразования. Вчерашний ревностный мусульманин, послушный всем вековым предрассудкам и пережиткам, уже не тот горец сегодня.
Вот почему у нас уважают не просто старость долгожителя, а мудрость опыта и его жизненную активность. Вот почему авторитет старшего всегда непререкаем. Уважаемый, пусть первым сядет старший. Вот так. Теперь, не торопясь, можно поделиться новостями. На дворе конец сентября. Каждый год в это время большой отец Заура собирается к отъезду. Вся значительность обсуждения предстоящей поездки Зауру кажется несколько лишней. Ехать к дедушке Юсупу в Ингушетию ведь совсем недалеко. Те же реки, горы, те же долины, также высятся сторожевые башни и белеют древние аулы. Только большой отец знает название всем этим аулам, всем этим рекам и вершинам. Не в первый раз приезжает Заур с прадедом в гости, но каждый раз его озадачивает неторопливая церемонность завтрака. Все тот же мед, чай да творог, что и дома. Но тут говорят не торопясь, кушают не торопясь, слушают так внимательно, будто никогда ничего подобного и не слышали. Странные эти люди старшие. Когда большому отцу было не больше, чем Зауру сейчас, подружил он с Юсупом Евкуровым. До этого дружили их отцы, и отцы их отцов. Теперь уже никто не помнит, с каких пор дружит род чеченцев Хасимиковых с родом ингушей Евкуровых. Казались эти развалины Зауру остатками необычайно древнего времени. А это, оказывается, аул детства и юности обоих дедушек. И они еще все хорошо помнят, как бегали вот по этим улочкам, во что играли и кто в какой башне жил. Дедушка Юсуп, например, даже знает, какую башню и сколько лет строили. Оказывается, башню строили не один десяток лет, иногда целыми поколениями. И, пожалуй, единственным человеком, который видел начало и конец этого строительства, был Арцгери Хазитов, ведь он прожил 180 лет. И обычный стол, и праздничный не очень отличаются, когда за ним сидят старшие.
на столе, накрытом по любому поводу, вы никогда не увидите спиртного, даже сухого вина. Умеренность в еде – одно из древнейших правил горцев. Ведь не зря говорят в народе: с большим животом в рай не попадешь. Ну, рай, предположим, давно исчез даже из сказок, а вот тучного горца вы вряд ли встретите в краю долгожителей. Кстати, никто из долгожителей никогда не курил. Родился человек, и, приветствуя первый день его жизни, у нас в Чечено-Ингушетии говорят: «Дукваха, живи долго!» Кому выпадет на долю такое великое благо природы? Кому? По данным последней переписи, население Чечено-Ингушетии занимает одно из первых мест по числу долгожителей, и они, прожив столетия, остаются бодрыми и жизнерадостными. Победитель в этих скачках получит право дать новорожденному имя. Этим лихим джигитам давно перевалило за 100 лет. Рождение ребенка издревле отмечалось у вайнахов как большой, радостный праздник. В традиционных скачках долгожители всегда принимают участие. Как бы передавая новорожденному эстафету долгожительства, победитель скачек предложил имя Ваха, Дукваха, живи долго. Это как право на долгую и счастливую жизнь. Thank you.
незапамятных времен жили предки чеченцев и ингушей на этой земле. Горы позволили им не только сохранить свою самобытность, свой язык, свои обычаи, но и наделили их удивительным для нашего века долголетием. И живая связь народа с лучшим опытом прошлой жизни его долгожители. Ведь недаром из поколения в поколение передается здесь любовь и уважение к старшим. Рождение человека всегда праздник. Радостной должна быть у него и старость.
скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Сколько лет мне? Лучше спросите у отца. Тогда скажите, сколько вам лет? Вовле, это лучше знает мой отец. Интересно, сколько же вам лет? Об этом знает мой отец. Отец, а сколько же тогда вам лет? Спрашивайте, сколько мне лет. Я был совсем маленький, когда спросите у отца. Предстоит еще многое изучить, исследовать и проанализировать, пока человечество получит точные знания о проблеме долгожительства, и прежде чем будут выработаны рецепты и рекомендации, как прожить долго. А если вы хотите получить рецепт долгожительства, как говорится, из первых рук, приезжайте к нам в Чечено-Ингушетию. Мы всегда рады каждому гостю. Это тоже традиция нашего народа. А пока, прощаясь с краем долгожителей, горными районами Чечено-Ингушетии, можно сказать, человек может, должен и будет жить долго. Дук Баха. Живи долго, человек. В Российской Федерации и Чеченской Республике Илеса Татаева. До этого визита мало кто из ярославцев знал, кто такой Илес Татаев. Его имя было знакомо лишь представителям чеченской диаспоры и специалистам. Сегодня он приезжал в Ярославль. Никакой помпезности, застолий и других обязательных атрибутов встречи дорогого гостя. Илес Татаев – человек дела. Когда его дом в Грозном разбомбили и делать фильмы стало невозможно, основоположник чечено-ингушского кинематографа с головой ушел в скульптуру. Сейчас создание композиции из капа занимает все свободное время Илеса Вахидовича. У него есть галерея в Москве. Его работы побывали на выставках во Франции, Швеции и Египте. Много ездит Илес Татаев и по России. Чтобы больше людей увидели, что чеченцы не террористы, нет ни одного народа террористы. У русских есть пословица. Говорит человеку все время свинья, свинья, он захрюкает. Нету плохих народов. Есть плохие политики. Чеченский народ хочет мира. В этом убежден Илес Татаев. Война – зло, и она никак не может завершиться из-за денег. Определенные люди просто наживаются на горе других. Они не думают о народе и живут по принципу «обогащайтесь». Неужели Басаева
или Хатаба, у него нет его живых. Когда он журналист, с ним каждую неделю встречается, а ФСБ не может с ним встречаться. О чем вы говорите? Значит, кому это выгодно, что не ловить его? Сам Ильяс Татаев считает себя человеком богатым. В том смысле, что Бог дал ему возможность творить. Режиссер снял около полусотни фильмов, большинство из которых посвящены Чечне. Чечне довоенной, из которой сам Татаев уехал только в 96-м году. С мэтром кинематографа ГОР встретился Антон Голицын. На этих кадрах фрагменты фильма Ильяса Татаева, основателя чеченского кинематографа, как называет он себя сам. Идиллия горской жизни сегодня, пожалуй, осталась только в его фильмах. Из Грозного в Москву Татаев уехал в 1996-м в одном пиджаке. Дом его сгорел в огне войны. Фильм об этой и другой Чечне он снимать пока не собирается. Говорит, рано. Если даже делать фильм об этой войне, то я вам скажу, об этой войне правду мы узнаем через десятки лет. Поэтому очень трудно снимать фильм, не зная о чем. Понимаете, если стоит, допустим, надо выключить свет, вы должны знать, где находится выключатель. Нету. Нету у тебя никакой родины. И народ твой, предатель, выслан. Выслан. А это другой фильм Татаева о судьбе чеченцев в Великой Отечественной. Солдат чеченец доходит до Берлина, победивший, возвращается на родину, и в этот период его снова обвиняют как врага народа, и так он никогда не одевает свои награды, заслужившие во время Отечественной войны. Сегодня режиссер живет в Москве, у него своя галерея скульптуры, 50 собственных фильмов, дружба с Лужковым и Церетели, частое приглашение за рубеж. При этом на дверях его галереи время от времени появляются надписи «Аллах Акбар». Но, говорит чеченский интеллигент, внимания на это лучше не обращать. У Чечни все равно одна дорога, вместе с России. Другого выхода нет ни у одного народа. Такие войны бывали тысячелетиями, были на всех государствах, поэтому кроме мира другой пути нет у любого человека. Он же человек, он должен думать о голубом небе, он должен думать об этой земле, а куда еще деваться? Это, как говорится, мафиозная война, потому что не было бы там нефти, не было бы этой войны. На творческий вечер Ильяса Татаева в Ярославль людей пришло немного. В основном представители диаспоры, чеченской, еврейской и других. Немногих гостей мэтр чеченского кинематографа буквально очаровал своим юмором. А не мешает вам моя лысина? Я сделаю прическу в Париже. Смотрите, если вам мешает. Антон Голицын, Андрей Шмелев. День в событиях. В завершении выпуска новости спорта. Ярослав...